Индии. Полеводки, мама главная гробовая. Ее все знают до сих пор мужа. Фокси. Это и есть Фокси. Все, мы районный центр. А мы же вот полеводки индийцы. Это поля мамы главная гробовая. Очень приятно. Меня, наверное, нет, меня не в Фоксе. Рыжик, рыжик. Такой же, как у тебя. Это когда внучок. Внучок, да, ее. Да, внучок. Он любит бодаться. Мир вам. Володя. Давайте, ладно. Его подстригут. Мир вам. Что-то не были. Что-то без сына сегодня, да? А что, на домашнем хозяйстве? Они заблудились, они ездили вокруг. Да? Заблудились. Ну, а я что могу сказать? А что они позвонили? А мы думали, сами найдем. Мы уже в третий раз приезжаем. Нет, да. Вы здесь все нашли. Они смогли проехать на Рыжковском, Володь. Там вот где камни-то. Мы же до него доехали. А до камней доехали. А, вы не на Рыжковский. Это там этот, как он, шлюз. Мостики. Первый мостик проехали, а второй не смогли. Побоялись. А, по воде проехать, что ли? Да, вода стоит. Да, там вода и камни внизу. И камни. Нет, а там еще. Проезжают. А там с повода проезжают? Ну, не на нашей. Почему? Ну, наверное, не на нашей. Почему не на вашей? Да. Там все машины проезжают, вы что? С вами нет видео, что дом хотели продать, не могли продать. Не продать. Я не знаю, куда они везли. Не можете продать. Они не продаются. Мы все делаем. У нас тоже. Конца крайней мере. Все меня знают, я не знаю. Знакомьтесь. Нет, я вам не просто. Они говорят, Людмила Степановна, а я из них не знаю. Да? Да я и тоже первый раз некоторых вижу. Из Усть-Кокса. Из Усть-Кокса. Они сейчас приехали, ты их видел? Откуда? Из Усть-Коксы. Такой это горный Алтай. Ну, ты видел? Они уже третий раз приезжают. А если видел? Здесь люди у нас просто редко стали бывать. Слушай, это, наверное, вот та, которая упала и заплакала. Нет, по другой дороге потом. Которая вот заплакала, фильм какой-то смотрела, и она заплакала. Нет, другая. Ну, мы же со стороны Мамонтова подъехали. А, потом Корчина, потом мы заехали. Зависит от женщины и мужчины. Все остальное, форма, все остальное.